Всем доброго времени суток, с вами Аврора 74. Я являюсь автором трассы первого кубка по виртуальным российским авиационным гонкам. И сейчас я вам покажу, как проходить эту трассу. Начинаем мы со стоянки аэродрома Анапа. Напоминаю, что все действия участников выполняются только по команде руководителя гонок. Но сейчас я совершаю тренировочный полет в соло-режиме, поэтому руководителя у меня нет, и я действую по собственному усмотрению. Взлетаем курсом 220. Не забываем убрать шасси. И двигаемся в сторону зоны ожидания. Зона ожидания у нас находится в районе населенного пункта Пятихатки. Это немного правее нашего взлетного курса. Используем это время для настроек самолета, тримируем, выставляем заслонки радиаторов в нужное положение, принимаем удобную позу. Итак, мы в зоне ожидания. Убеждаемся по надписи справа и верхнем углу, что зона свободна. И по команде руководителя, опять же, выдвигаемся в сторону трассы. Выдерживаем скорость не более 300 км в час. Включаем дымы, прицеливаемся в створ стартовых ворот. Отлично, стартовая скорость 290, маловато, но для тренировки сойдет. Далее шикана. Ворота номер 5. И выполняем вертикальный маневр. Выходим к воротам номер 6. Обходим справа одиночный пилон и двигаемся к воротам номер 8. Далее разворот на 180 градусов к воротам номер 9 и начинаем второй круг. На шикане стараемся не сильно разбалтывать самолет, чтобы не терять скорость. У меня сейчас установлена идеальная погода, ветра нет, поэтому вертикальный маневр я выполняю в форме косой полупетли. Так быстрее получается. Обходим одиночный пилон с правой стороны. Сторона обхода обозначена покрышками. И снова разворот на 180 градусов к финишным воротам. Итого у нас получается время 1:37.400. Пенальти 0. Весьма неплохое время, не рекорд, конечно, но для тренировки очень даже неплохо. После прохождения трассы мы либо возвращаемся в зону ожидания для второй попытки, либо возвращаемся на аэродром по команде руководителя. На этом у меня все. Удачи всем в гонках!